Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в рубрике «Распаковка» будет универсальная мобильная батарея от PowerPlant, модель MPS6000 на 6000 мАч. Приобретенная в магазине розетка. Вместе с батареей мы получили вот такой вот гарантийный талон и товарный чек, по которому в случае чего мы сможем его вернуть. Давайте приступим к распаковке самой батареи. Находится она в таком вот прозрачной упаковке. Внутри мы видим саму батарею. Огромное количество всевозможных переходников для зарядки практически любого телефона. Кабель, с помощью которого ее можно заряжать. И, собственно, сама батарея. Также предусмотрительные китайцы положили инструкцию, естественно, на китайском языке. Но не будем унывать. Данная батарея оборудована внешней солнечной панелью, которую можно зарядить, если вы заядлый турист и вам приходится много путешествовать. На ней одна волшебная кнопка, которая показывает заряд батарей. Большое количество переходников, судя по всему, какие-то есть айфоны, микро USB. Их просто огромное количество. Это похоже на Samsung. Это четвертая версия iPhone. Micro USB. Nokia, пожалуйста. Если кто-то еще пользуется мобильным телефоном Nokia, похоже на LG какой-то. Это я даже не могу представить, что. Есть какие-то скоростные порты. Мини-USB, еще какой-то USB и непонятный разъем под какой-то древний девайс. Судя по отзывам в интернете, батарея для полной зарядки должна на солнце пролежать два световых дня в хороший солнечный день. Снизу батареи два стандартных USB порта, один на 1 ампер, второй на 2. Также внизу мы видим микро USB порт, через который сама батарея заряжается. Судя по всему, кабель можно использовать в две стороны, так как все необходимые переходники имеются. Данную батарею мы получили посредством новой почты. Заказывали без перезвона от оператора. Отличная кнопка на сайте. Получили смс-уведомление о том, что заказ оформлен, также о доставке товара уже на отделение новой почты. Очень быстро, очень оперативно, отличный сервис без звонка. Спасибо, ждите еще обзоров в будущем.